Всем привет, ребята! Вы на канале Антропод Дэй. И сегодня я решил пересадить нашу прекрасную самочку Авикулярия версиколер. Почему я говорю версиколер, а не версиколор? Ну, если вам будет интересно и вы соберете 5 лайков на этом видео, то я засниму видео по произношению. Ну что ж, приступим. У нас есть субстрат. Сейчас мы его засыпем в данный террариум. Кстати, по поводу данного вида пауков. Ну, они хоть и крайне, ну, достаточно раздражительные, очень быстрые. Но эта данная самка, она достаточно тихая и спокойная, с ней не было никаких никогда мне проблем при предыдущих пересадках, при взаимодействии с самой ей. Достаточно тихий и спокойный птицеед. Очень милая, нежная, так сказать, но достаточно прихотливая к содержанию. Пауки данного вида очень крайне прихотливы. То, что у них нужно поддерживать правильную влажность, чуть-чуть переувлажнишь, все. Ну, просто конец, особенно когда эти пауки на первых линках. Этого паука я растил буквально с второй линки. То есть она у меня была совсем малышкой. Так, что ж. Дальше у нас пойдет коряшка. Кора пробкового дуба. Шикарная вещь. Все арахнокиперы ее советуют. Стоит достаточно недорого. Мне привезли с Питера. Сейчас мы ее как-нибудь установим. Пауки древесного типа. Поэтому им обязательно нужно что-нибудь для того, чтобы они могли передвигаться не только по субстрату. В основном на субстрате они вообще не находятся. Они находятся сплетены в своих норах. То есть буквально в буквальном смысле она оплетает полностью всю корягу. Либо всю корягу, либо где-нибудь рядом с ней делают такой, как бы сказать, домик, полностью сплетенный с паутиной. И в основную часть своего времени проводит именно там. Немного декора. Декор такой. Ну, простенький декор. Деле. Простой и в то же время практичный. Черепушечку нашу. Поставим. Самое главное — это поилка. Без поилки взрослый паук это не есть хорошо. Пукам на первых линках поилка особо не нужна. Достаточно всего лишь опрыскивать субстрат своевременно. А вот для взрослых птицеедов желательно, чтобы поилка была. Так. Теперь. Ну, в принципе, у нас все готово. Осталось только опрыскивать субстрат. Заполним поилку, ну и в принципе заселяем. Раскидываем субстрат достаточно обильно. Эти пауки очень влаголюбивые. Влаголюбивые. Очень-очень влаголюбивые. Ну что ж, теперь начинаем переселять нашу девочку. Какая она самочка. Паук крайне красивый, один из самых красивых пауков, которых я видел. Хоть они и достаточно частые представители любых коллекций арахнокиперов, ну, блин, посмотрите на эти цвета.
Разумеется, ну конечно, да. Бывают и побеги в нашем деле, но это ничего страшного. Это уже пройденные этапы. Куда же без этого? Давай, выходи, выходи. Не бойся. Ты же умная девочка. Ну вот и все. Ну так проходят у нас пересадки пауков. Если тебе понравилось видео данного формата, подписывайся на канал, ставь пальцы вверх. И всем пока!